ресторанчик для обеда. Очень хорошо. Сносно. Что это? Штекс. Да, ну-ка покажи, какой кусочек какой тут. И всего 4,5 евро. Вот это у меня. О, вот это да, вот это рамштек. Это раскрученный рыбаря. Ничего такое. Лосёк, но цены кусаются. Кальмары на гриле 250 грамм, 8 евро. Шашлык 7 евро. Мясная сорти 9 евро. А он вкусно, седло ягненка. Но... Овощи на гриле 5 евро. Грибы на гриле 5 евро. Ну, салат из помидоров 2 евро. Салат из помидоров 2 евро. Запеченный перец 25 евро. Можно? Да. Сейчас посмотрим, что тут. Эх ты! О! Возьми, возьми, дай, давай деньги, возьми! Возьму, Манжур? Точно вкусный? Вкусно, вкусно. О! Привет. Что делаем? Как вкусно. Кого? Шашлык и колбасы. Как ты жаришь? Купила в магазине мясо, отдала на гриль повару. Он жарит. Ну там брали мы мясо, а вот сюда сдаешь, и здесь бесплатно его жарят. Добро жарят, да? Отлично. Обед за 3 евро. Вот такой.